Алло. Ну нормально, как погода там? Не, здесь сегодня целый день солнца. Целый день солнца светит. Надо же. Я сейчас на Желябово. Слушай, а как, а какой, вот, ну, я сейчас перехожу переулок, как я его все время забываю, как он называется-то. Так, черт его знает, на В, что ли, ну, не, ладно, ДЛТ, вот, короче, угол ДЛТ, и с переулком с этим, и храм этот зеленый финский. А какой номер дома, где ты работала на Желябово? А номер дома-то какой? Ага. Слушай, ну это, ну первый дом большой, высокий, второй такой трехэтажный или двухэтажный, коричневый, низкий такой. А потом ДЛТ идет. А потом ДЛТ. А нет, первый дом там маленький. Да, сейчас посмотрю. Ну, я видео сниму, а ты посмотришь, узнаешь или нет. Если там проблемы... Ага. Ага. Слушай, ну это допышечный, правильно? Ведь дом-то, естественно, допышечный. Высокий, да, вот он высокий, да. Я вижу. Ага. Ну а Вирж же переехал, правильно, давно. Давным-давно переехал. Сейчас я уже подхожу, подожди. Так, вот этот маленький дом коричневый. Ну как маленький дом, он здоровенный, но он ниже остальных, два этажа. Ну, тут этажи, наверное, не знаю, метров по пять, наверное. Так, учреждение спортивной школы Олимпийского резерва по шахматам и шашкам, поддавки. Потом вот этот вот такой высокий дом. А, да, я просто не увидел, здесь больше домов. Так, высокий дом, мне кажется, это театр, я туда заходил, театр эстрады. Не было театра эстрады тогда? Так, театр эстрады, а вот следующий тоже такой высокий. Театр эстрады, он такой оливкового цвета, а первый, вот не первый, второй уже, он такой зеленоватого оттенка. Сейчас посмотрим. Так, бизнес, так, театр эстрады, бизнес-центр здесь, медведь. Так, а вот пельменная здесь, бизнес-центр. Так, это уже второй дом. Первый дом пониже на один этаж, по Невскому. Но, слушай, ну, большая конюшня 29, здесь особо-то ничего такого и нету. Ну, бизнес-центр, наверное, сделали. Вот. Я его сниму на видео. 29. Ага. Ну да. Ну вот я вот этот. Ну, он такой высокий. Ну, там котлет уже, наверное, 100 лет нет пушечной. Это там одни пышки, по-моему. Ну вот, значит, пельменная, ну здесь такая пельменная, как ресторан. Потом, да. Бизнес-центр. А ты знаешь, сейчас я зайду туда, сейчас я это, сниму, что там у них в этом бизнес-центре. Вход свободный или нет? Слушай, вот, нет, это... Ну здесь лестница, сейчас подожди, я зайду. Вот я зашел, здесь лестница такая мраморная. Была лестница мраморная? Ну она метра два шириной, да, это вот это место. Ну, то самое. Ага. Вам что-то подсказать? Сейчас, секундочку. Скажите, я могу пройти туда или нет? Да. А то я смотрю, вы сидите, может быть, надо... Куда? Мне надо на второй этаж подняться, там, где раньше АВИР был, посмотреть. Там гостиница у вас. Ну, да, я зайду, хорошо, не возражаете, спасибо. Так. Да, я сейчас. Там отель сейчас, понимаешь? Вот я
Так, первый этаж не знаю, что нам первый этаж не нужен, да? Второй этаж. Кольман Групп. Так, вот я снимаю. Здесь такое с левой стороны окно такое, да, старинное. Ну, дверь, что, белая дверь высокая, простая, старая, может быть. Вот окно такое слева. Так, и вот второй этаж. Ну, здесь... Ага. Вот, второй этаж. Ну, такие сводчатые потолки здесь такие. А сейчас я зайду, спрошу. Да, ну вот я зашел. Это отель. Здравствуйте. Вы не подскажете? Вы знаете, не знаете? На месте этого отеля что раньше было, не помните? Вернее, не знаете? Ну, здесь вообще, в принципе, все... АВИР был? Административные здания были. Административные? Да, да, да. Вы не знаете. Меня мать попросила зайти, спросить. Что, салон красоты раньше? А в 60-е АВИР, по-моему, здесь был. АВИР здесь был. В этом, на втором этаже, кстати говоря, и окна... Там кабинет у моей матери был, окна на Желябова выходили. Ну, на эту конюшенную. Да, конюшенную. Вот. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Это мало ли вы знаете. Алло? Да. Ну, конечно, уже столько времени прошло, никто не знает. Вот. Ну, 50 лет. Да. Хорошо. Ага. Ну ладно. Ага. Авировские. А, ну вот эти вот в доме-то висят у нас, это, на культуре, которые. А, не, сняли. Ну, слушай, ну здесь такое вот все однотипное, такая старинная лестница. Ну, лестница не широкая, на 1.5 метра. Тебе казалось, что она широкая. В детстве, ну, широкая относительно все равно, но метр, ну, 1.5 метра. Ну да, ну вот я тебе заснял. Нет, здесь уже плитку. Нет, здесь все в плитке уже. Все в плитке. Ступеньки, наверное, идентичные, аутентичные остались. Вот. Ну вот я тебе заснял. Я сам здесь ни разу не был. Ну вот. Ну посмотришь. Ну вот. Ну ладно, все тогда. Я на Желябова уже выхожу. Все, давай, да, скоро поеду. Ну, часа через 1.5 я приеду. Все. Все, спасибо большое. Хорошо. Да, надо полить, а то засохнет. Вот. Ну, дверь, наверное, родная еще осталась. Вот старая дверь, наверное, здесь. А там уже, ну, на входе вот старая дверь. Ну, вот бизнес-центр здесь сделали. Ну, вот, из АВИРа твоего. Сейчас я отойду в сторону, сейчас я дом засниму. Опа. Сейчас. Так, ну вот оно. Да, это второй дом. Надо в интернете посмотреть его, как он, хорошо он кончил или в Израиль уехал. Вернее, плохо кончил или в Израиль уехал. Ну, конечно, ну столько лет прошло, ты что? Это второй дом. Первый дом 3 этажа, а этот уже 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Ну, эти этажи-то... Ага. А что, 7-й? Это автобус или троллейбус? Автобус, наверное. Троллейбус. В Петербурге раньше было много троллейбусов, трамваев. Ага. И что, он прямо шел на Красного Курсанта от Исаакиевска? Новоладожская. Не-не, это у нас Новоладожская. Жданов. А-а-а. Ага. Ну ладно, хорошо, все, давай тогда. Все. Все, скоро. Внимательно снимай, да. Все, давай, да, хорошо. Да, да. Все, давай. Все.
Чепурик интересуется. Thank you.
А нам налево, да? Здравствуйте, дайте мне похвастаться от работы. Ну, спасибо. Спасибо.
Thank you.
Здрасте.
это как-то.